На Мозырщине стартует мероприятие ко дню памяти воинов-интернационалистов и 35-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. Торжественный митинг, приуроченный к памятной дате, состоится на Кургане Славы 15 февраля. В мероприятии примут участие руководство района и ветераны-афганцы, школьники, воспитанники патриотических клубов, военнослужащие и представители общественных организаций. Присоединиться к митингу могут все желающие горожане. Начало в 10 часов утра.